какое, значит, менять. Во-вторых, они дают мне занимаемых должностей, потому что это квалификация. Приказы министерства, все. Значит, все, документы в порядке. Я ставлю печать. Александр Ильич, ну первый этап вы прошли успешно. Все вас поздравляют. Окончательное решение о том, что вы будете зарегистрированным кандидатом в праймериз, будет принято на ближайшем заседании регионального организационного комитета. Спасибо. Успехов! Проект у нас предполагает ряд направлений. Это не только участие в выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края, депутатов Государственной Думы. Это и работа в органах исполнительной власти Приморского края, это работа в органах местного самоуправления, это работа в общественных объединениях.